Вокруг взволнованные счастливые лица у вчерашних мальчиков и девочек, которые сегодня стали студентами Южноуральского государственного университета. Молодые люди сделали первый шаг во взрослую жизнь, получив студенческие билеты. Я с детства хотел работать с роботами и вообще, в принципе, с техникой. На робототехнику не получилось, но на наноэлектронику поступил. В последний день лета заветный документ получили первокурсники всех 12 высших школ и институтов ЮРГУ. Впереди знакомство с одногруппниками и преподавателями, занятия и насыщенная студенческая жизнь. Но они уже сейчас строят большие планы на первый учебный год. Я поступила на информатику и вычислительную технику. Но я долго думала, на какую специальность все-таки поступить. И я выбрала именно эту, потому что это востребовано. Сейчас без информатики никуда. Все строится на компьютерах, они везде. И было бы неплохо, если у страны появится еще один хороший специалист. ЮРГУ предоставляет своим студентам возможность заниматься научно-исследовательской работой и участвовать в творческой жизни вуза. Это сделано для того, чтобы студенты нашего университета развивали себя с разных сторон, добивались больших результатов и стремились покорять новые вершины. Честно, хочу вот полностью выложиться, вот хочу прям сполна прожить свою студенческую жизнь этот год. Студенческий билет получили все первокурсники нашего университета. Теперь они смело могут показать свой заветный документ и с гордостью произнести: «Я студент ЮРГУ».